Всем привет, с вами Роман Оскольников. Я продолжаю играть в игру под названием His War of Mine. Собственно, я это уже прохожу второй раз. На этот раз я хочу найти свою дочь. В прошлый раз мне не получилось найти. Война закончилась, и, в общем-то, нам написали то, что Адам никогда больше ее не видел. Очень такая, к сожалению, грустная концовка была. На этот раз я рассчитываю на более лучшую концовку. Вот ты зря так поступил, товарищ. Вот это ты вот зря. У тебя сейчас могут украсть. Я хотел сварить. Я хотел верстак сделать. И сейчас, похоже, я... Все. Так, завершить день. Охранять. Будешь дом охранять. Раз ты днем не захотел сделать свои дела, будешь охранять то. Мог бы сейчас поспать. Мне просто надо было дойти до верстака. На нас напали. Десять. Ночью на нас напали. Ну хорошо, хоть и так. К сожалению, овощи сперли, ну ладно. Теперь я суп не смогу приготовить. Сильно устал. Хоть стройматериалы они у нас не украли. Заскриптованная сцена. Так, 1 час. Хорошо. Еды не украли. Это очень хорошо. Ну, то есть, одну еду украли. Мог быть... Я мог бы сделать 2 порции, а вот из-за того, что он разлегся, когда мы пришли, он мог позже разлечься. Когда я уже все сделал бы, я бы приготовил бы ему еды, он бы, считай, 2 порции бы съел, а 1 порция бы осталась. А во-вторых, я бы верстак улучшил, и то есть нам бы вообще бы нечего было бы у нас воровать. И, скорее всего, игра это заподозрила, и поэтому она вот так вот подло поступила с нами. Ну ладно, иди перекуси тогда. Легко ранен. Все еще очень голоден. Так. Хорошо, мне надо было, не помешало бы еды найти где-нибудь. Придется 1 день потратить на то, чтобы сходить в заброшенное многоэтажное здание. Сейчас мы ляжем спать. Так, кстати, а что мы можем сделать теперь? Так, пистолет. А, сломанный пистолет. А я сломанный пистолет не могу найти, к сожалению. А топор. С его помощью можно рубить мебель или людей. Кстати, неплохо. Неплохо, можно взять топор, да. Получше будет. А что такое? Ножовка. Топор можно сделать, да. Давайте сделаем топор, во-первых. Будет у нас теперь оружие. Во-вторых, мы сделаем ножовку. Так, надо запомнить, на 6-й день, да? Грабить можно просто уйти куда-нибудь, взять все предметы себе в инвентарь, чтобы грабители залезли, а у меня пусто дома было, и все. Стул можно разрубить, кстати, хорошо. О, смотрите, шкаф можем разрубить, уже лучше. Уже лучше.
Ну тут у нас доски, да? Взять все, отлично. Это очень даже хорошо. Так, стул нам не нужен. Нет, ладно, не будем портить. Давайте шкаф разрубим. Интересно, я эту дверь смогу разрубить топором? Ну-ка, давай, руби. Так, ну-ка, собирай все. Так, взять все. Так, у нас очень много всякого этой, как его, дров. Слишком устал. Все это бессмысленно. Так, взять все, хорошо. Блин, я зря кое-что сделал, надо было... Надо по одной логике. Так, мои вещи. Так, я смогу разрубить двери или нет с помощью топора? Блин, нет, не смогу. Так, а мне теперь хватает ингредиентов для того, чтобы построить что-нибудь? Так, ножовку я еще могу сделать. Это очень хорошо, кстати. Ножовка. Давайте ее тоже сделаем. Так, газовую плиту мне надо попробовать сделать. Или обогреватель. Ни то, ни другое я не могу сделать. Очень жаль. Пока что. Мне не хватает компонентов. Так, досок у меня очень много. У меня 40 штук досок. Надо собирать в первую очередь компоненты. Так, хорошо. Эту ночь мы будем спать дома. Спать в кровати. Следующей ночью мы отправимся... Я даже не знаю, кто лучше отправится. Эта ночь прошла спокойно, все хорошо. У нас 9 дней, остается очень много, еще 16 дней у нас впереди. Так. Очень голоден, к сожалению, мне надо идти искать еду. Еду мы можем найти в разрушенной многоэтажке, приготовиться. Так, я с собой беру, конечно же, так. Инструменты. Поиск камелии. Так, доски мне не нужны, у меня 40 досок. К счастью, мне очень сильно повезло. То, что я изобрел топор, создал. Так, хорошо, у меня все готово. Я могу очень быстро искать, обыскать эту местность. Мне сейчас нужна консерва, хотя бы одна. Так, доски не нужны. Мне надо верстак улучшить. Так, тихо. Но с досками у меня проблем не будет теперь. Так, хорошо. Так, это что тут у нас прячется такое? Оружие мне нужно, все остальное нет. Так, это нужно. Так, порох, ладно, хорошо, порох. Порох и гильзы я буду с собой уже брать. Так, кофе, оно еще дорогое, кстати. Так, электроника вроде как дорогая.
Так, ну-ка что-то там мне можешь предложить. Так, это мне все нужно. Порох я тоже забираю себе. Так. Давай пили. Дверь уже закрыта решеткой, но с помощью ножовки я могу пробраться. Очень быстро ты решетку пилишь на самом деле. Так, сахар дорогой предмет, но в принципе я торговать... Ладно, возьму пока что. Я в принципе торговать пока я не собираюсь сахаром-то, этим самым. Так, консервы нашел. Хорошо, кофе забираю, это я все забираю. Тоже забираю. Так, это у нас патроны. Хорошо, патроны я забрал. Так, что тут у нас имеется? Так, очень жаль, порох. Что-то придется выкинуть. Что-то придется выкинуть. А это я могу использовать? Нет, не могу, к сожалению. Тут решетка. Она одноразовая пила у нас. Ладно, бежать к выходу. У нас пила, оказывается, одноразовая, к сожалению. Блин, пила у нас одноразовая, это очень плохо. Так, теперь что? Я решил проблему с провизией на один день. День 10. Да, хорошо, давайте поедим. Так, очень голоден, слегка болен. Слегка болен, это плохо. Так, голоден. Так, давайте лекарства примем. Слегка болен под лекарствами. Так, могу ли я улучшить верстак теперь? Вот в чем вопрос. Все еще нет. Миксер. Так, а могу ли я миксер построить? То есть нет, я не могу миксер построить, потому что мне надо улучшение построить. А, так. Так, печка. Печка мне понадобится, кстати. Давайте печку сделаем. Вот сюда поставим. Чтобы не заболеть, когда я буду спать. Так, сегодня мы пойдем к бомжу. Так, голоден. Мне пока достаточно еды. Так, хорошо. Больше мне тут делать нечего. Потом закинем, если что. Так, ладно. Завершить... День, пойдем в больницу. То есть не в больницу, а в школу. Все, в школу пойдем. В больницу мы потом пойдем. Следующей ночью. Так, поиск Амелии. Нам пригодится. Они... Блин, я все, я не могу остаться. К сожалению, я не взял
ножовку. Не сделал, не создал. Хорошо. Разбомбленная школа. Приготовиться. Так, во-первых, мы что делаем? Мы с собой берем топор, лопату и еду. Так, кофе, блин, кофе. Кофе тоже дорогое. Ну, вроде как нас не должны пока что ограбить. Пока что не должны, надеюсь. Ай, блин, я опять сбросил все. Так, отлично, все, вот так вот. Вот это меня устраивает. Поиск камелии. Так, хорошо. Так, здесь закрыто. Так, нет, тихо, давайте сразу обыскивать все. Так, досок у меня много, вот эти шестеренки мне нужны. Так, здесь ничего полезного нет. Так, тут у нас имеется что-нибудь полезное или нет? Так, всякий хлам. Хорошо, давай я разгребаю завал тут. Так, давай этот завал тоже разгребаю, он нам нужен очень сильно. Так, а как нам вниз спуститься, я не понял. А, вот все нашел, вот так вот нам вниз спуститься. Так, порох нам нужны, гильзы нам нужны. Так, доски нам не нужны. Так, дверь закрыта, да? Да, дверь закрыта, все хорошо, вниз спускаемся. Так, тут что тут у нас имеется? Так, это нужно нам. Так, дверь у нас закрыта. Или нет? Нет, она не закрыта. Так, подождите. Нет ничего полезного? Есть. Это что такое у нас? Сигарета? Сигарета, кофе. Сигарету не берем, кофе берем. Интересно, кофе все еще дорогое? Надо успеть продать, пока кофе не подешевело. Пока кофе не подешевело, надо его успеть продать, за еду обменять. Потому что потом оно продешевеет, и нет смысла кофе у себя держать. Оно сейчас очень дорогое. Так, ты что? Так, ищу свою дочь. Ты не видел ее где-нибудь здесь, маленькую девочку? Нет, извини. Поспрашиваю остальных, может, они что знают. Хорошо, хорошо. Так, хорошо, вниз теперь надо спускаться. Так, вот тут у нас... Вот для чего мне надо было, кстати. Там может быть что-нибудь интересное. Может там вообще валяется ингредиенты для оружия. Так, я ищу свою пропавшую дочку. Маленькая светловолосая девочка. О да, я ее видел. Боже, правда? Прошу, расскажите. Расскажи все, что знаешь. Сначала ты помоги мне, а потом я помогу тебе. Я так есть хочу. Если принесешь мне еды, я расскажу, что знаю. А может, ты мне сейчас расскажешь, и мне не придется выбивать из тебя дерьмо? О, если ты меня ударишь, я тебе ничего не так не скажу. А если убьешь меня, никогда не найдешь свою дочь. Хочешь ее спасти? Принеси мне поесть. Я тут... А я тут, скажу.
Да, вот, держи. Вот твоя, да, каждый. Как. Так, вот твоя, да, как жадный ублюдок. Теперь. Так, выкладывай. Полегче. Ага, рассказать это мне особо нечего. Я видел светловолосую девочку лет 10. А один парень, примерно твоего роста, нес ее к больнице. К больнице? Надеюсь, ты не ошибся. Тебе хуже будет. А можешь зря драть глотку и угрожать мне, а можешь поискать свою дочь. Хорошо. Так, тут у нас... Мы можем обыскать, сюда нет смысла заходить. Так, хотя электроника, хорошо. Так, все, тут мне нет смысла его искать. Он жадный, он сагрится, если я его начну с ним разговаривать. То есть он будет очень злым, если я начну с ним разговаривать. Если я захочу у него забрать предметы, он будет... Он сагрится. Так, вот для чего отмычка нужна была, кстати. Так. Можно наверх теперь подняться. По времени я... Блин, я не могу не успеть по времени. Хорошо, давайте быстрее. Мне надо что-нибудь ценное найти. Успеть найти. Так, тут завал. Блин, очень плохо. Не успеваю. Ну-ка, давай, беги. Давай быстрее. Блин, не успел. Так, это я забираю. Ладно, доски я с собой забираю, потому что иначе тут зря будет. Ты можешь наверх залезть? Так, ну-ка, давай перепрыгивай. А, все, я не успею. Блин, очень жаль. Очень-очень жаль. Так, зря я так сделал. Успеешь, нет? Рассвет уже скоро, нужно уходить. Ладно, беги к выходу. Мог бы и обыскать, если честно. Рассвет уже близко. Не можешь взять предмет. Ты его уже почти опускал. Ты мог бы быстро схватить и все, а ты... Хорошо, мы уже в убежище. День 11. Так, хорошо. Надеюсь, меня не ограбили. Отлично. Так. Сильно устал. Так, голоден. Так, 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 так. Ты можешь улучшить это? Можешь улучшить, да, или нет? А, тебе не хватает ингредиентов. Так, подождите, а верстак, верстак, ты можешь улучшить? Опять не хватает. Так, хорошо. Я не посмотрел, ладно, плохо, очень плохо. Теперь мы идем на разрушенную бензоколонку. Блин, плохо. Так, день 11. В общем-то, я перезапустился немного, потому что я кое-что забыл сделать, очень важное. Да-да-да-да.
Я очень важно забыл сделать. Во-первых, мне нужна ножовка. Сильно устал. Мне нужна ножовка. Это, во-первых, так это, кстати. А, шлем. Шлем я с вами не могу делать. Это очень плохо. Так, делаем ножовку. Собственно, сейчас узнаем информацию. Так, сильно устал. Надеюсь, мне хватит. Я смогу сходить, выменить вот эти кофейные бобы. Поменять, если они еще... Если они уже не подорожали. Ну, то есть не подешевели, наоборот. Так. Давайте посмотрим радио. Так, хорошо, баб. Кофе пока не подорожало, не подешевело. Мне пришлось из игры выйти и заново войти, потому что никак нельзя отменить, если ты случайно зашел. Ну, типа... Типа, как сказать, на вылазку отправился, а потом забыл. Так, бабы подорожали? Нет, я не знаю, кстати. Возможно, еще нет. Возможно, я успеваю. Сегодня мы сходим на бензозаправку, следующую ночь мы будем спать в кровати. Потому что сейчас мне надо купить еды. А, разграбленная бензоколонка. Приготовиться. Во-первых, я беру с собой ножовку, во-вторых, я беру с собой вот так вот. Сахар, кстати, вот я сахар с собой беру тоже. Обменять на что-нибудь. Ну и воды, собственно, давайте я 6 штук. Надеюсь, мне этого хватит на еду. Поиск камелии. Потом я суп себе сварю. Так, во-первых, я могу еще взять у него... То есть драгоценности могу взять. Так, тихо, вниз спускайся. Ну-ка, пили. Так, хорошо, что у меня есть ножовка. Начнем пилить. Отмычку надо было взять, к сожалению, я не взял. Блин, ужас. Я тупанул. А, нет драгоценности. Плюс книги. Неплохо так, кстати. Так, тут у нас что? Так, тоже книги. Надеюсь, книги, книги. Ну, книги не имеют ценности особой. Бесполезное барахло в наше время. Так, хорошо. Теперь, я думаю, можно обменяться. Хотя бы на одну порцию еды должно хватить, чтобы я сварил себе суп поесть. Так. А куда он ушел, кстати? Так, порох, патроны, все такое. А где он ходит-то? Куда торговец пропал? А, кажется, знаю. Кажется, я знаю, где он. Вот он. Он же еще на улицу выходит иногда. Так, хорошо. Теперь надо ждать торговца, чтобы впарить ему весь этот мусор ненужный мне. Так, стопе, стой. Хорошо? Так, еды хочу. У меня есть для тебя... Так, драгоценности. Так не пойдет, давай еще. Так пойдет. Очень щедро с твоей стороны, да? А если я вот так вот? Ты, наверное, шутишь. Да нет, давай эту книгу закину. Не пойдет, да?
А если я вот так вот? Смотри, у меня еще есть сахар для тебя. И сахар уже не подойдет. А, я кофе-бобы тебе не могу впарить. Вот папа. Я зря кофе-бобы копил. Так, ну хорошо. Вот это щедрое предложение. Не мечтай. Даже так щедрое предложение. Хорошо. А-а-а. Очень щедро стоит. Так не пойдет, давай еще. Отлично, мы договоримся. Так не пойдет, давай еще. Отлично, мы договоримся. Вот так вот пойдет, хорошо. Меня это все устраивает. Блин, кофе бесполезный оказывается. Так, ладно. Книги мы выкидываем. Так, вот это барахло мне не нужно. Кофе, к сожалению, тоже. Мне теперь ценности никакой не имеет. Сахар тоже. Кофе можно выбросить. Оно хоть и дорогое, но его не хочется купать. Чувак. Так, хорошо. Сверху есть что-нибудь? Так вот тут завалим. Вот я тупанул, отмычку нельзя. Надо было отмычку взять, а я глупо поступил. Ну уж я возвращаться сюда ради одного ящика точно не буду. Надо всегда при себе иметь одну отмычку. Так, ну-ка обыскивай эту кучу мусора. Обыскивай, я сказал. Так, доски. Ну ладно, если что, пока возьму с собой досок. Так, у меня вон так, кстати, драгоценности имеются. Так, а что еще? А, так. Хорошо, надо что-то выкинуть. Так, надо что-то выкинуть. Доски выкинуть. Это более важный продукт. Так, а ты с тобой поменяться на что-нибудь. Так. А у тебя патроны есть, да? Сколько патронов можно купить? Так, отлично, мы договоримся. Хорошо. Я на всякий случай патронов у тебя куплю. А, блин, я же патроны купил. Понятно. Так, бежать к выходу. Теперь мы будем спать, ночевать в убежище. День 12. Так, ладно, я думаю, тогда мы на этом закончим. Меня не ограбили этой ночью. Все хорошо, спасибо. Мне повезло, значит, следующую ночь меня могут ограбить. Или на 20-ю ночь. Но один раз меня точно ограбят. Ладно, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!